Сегодня в экономическом календаре. В 10.00 выйдет сальдо торгового баланса Германии. Показатель определяет разницу между объемом экспорта и объемом импорта. Рост профицита торгового баланса по сравнению с прогнозом увеличит спрос на европейскую валюту. В 16.15 в Канаде будет опубликован объем строительства новых домов, отражающий состояние канадского рынка недвижимости. Снижение объема строительства станет негативным фактором для национальной валюты. В этом случае можно ожидать продажи канадского доллара. В 17.00 состоится заседание Еврогруппы. В 20.00 ожидается речь членов ОМС Эрика Розенгрена. Он непосредственно не влияет на формирование монетарной политики, однако тезисы его выступления могут определить настрой в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке. Обратите внимание, послезавтра, 11 ноября в 12.30 по московскому времени, в Великобритании одновременно выйдут сразу два важных экономических показателя. Средний уровень заработной платы с учетом премий и изменение числа заявок на пособие по безработице. Свежая статистика способна изменить положение британского фунта и открыть возможность заработка на его движении. Аналитики таких банков, как JP Morgan и Национальный банк Австралии, предполагают рост пары британский фунт-американский доллар в долгосрочной перспективе. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.